Рига, столица Латвийской Республики. В этом городе мы познакомим вас с молодым скульптором Риммой Панцеховской. 5 лет назад Римма Панцеховская окончила Латвийскую академию художеств. Ее работы с успехом демонстрировались на Всемирной выставке изобразительного искусства во время фестиваля молодежи и студентов в Москве. Испанская танцовщица. Индийская танцовщица. Принцесса Гундега, героиня пьесы латышской писательницы Анны Бригадер. Шахерезада. Танцовщица с острова Бали. Римма Панцеховская увлекается древним искусством Востока. Молодой скульптор уже сейчас готовится к всесоюзной выставке изобразительного искусства 1960 года.